Мужчина должен проявлять чуткость. И думать о жене. Ну, подарки ей хорошие дарить. Хорошие отношения делать. Вот что я имею в виду. Вообще девушка должна ждать. Ничего не должна делать. Главное, чтобы мужчина делал. Тебе я ничего не посоветую, тебе нужно ждать. Смотреть и справлять, что ты его любишь. Нужно ждать.